Сегодня я решила отвезти ребенка в садик. Надеясь на то, что кавычки открываются к концу рабочей недели, ситуация с дорогами у нас стабилизировалась. Я ошиблась. Мало того, что я вела ребенка в садик с грудным ребенком, вот, ситуация с дорогами не стабилизировалась. Вот. Это улица Ипподромная. Вот пешеходный переход. Вот улица Ипподромная. Мне сейчас как-то нужно пешеходный переход перейти, вот такой вот пешеходный переход перейти с коляской. А туда мне помог мужчина, но я все равно упала. Ближайший пешеходный переход у нас, вот я показываю, это мост, это начало улицы Ипподромной. Пешеходный переход. Ближайший пешеходный переход только у ипподрома. Соответственно, мне вообще нужно в другую сторону. Вопрос, как мне вернуться домой? И как мне... Ага, спасибо. Опа. Спасибо большое, я объеду вон там. Спасибо.